Здравствуйте, уважаемые садоводы! Осенью после активного летнего плодоношения смородине требуется накопить силы на зиму, чтобы иметь хороший иммунитет к болезням и вредителям и пойти в активный рост весной. Сейчас ягодные кусты особенно нуждаются в калии и фосфоре. Эти элементы несут ответственность за формирование молодых плодовых почек, за созревание и одеревеснение побегов, за иммунитет, за развитие и укрепление корневой системы, что очень важно перед наступлением зимних холодов. Дефицит этих веществ в почве делает растение уязвимым, типичным для них инфекционным и грибковым заболеванием. Для подкормки ягодных кустов можно взять древесную золу. По влажной почве несите под каждый куст по 200 грамм золы. Если нет золы, тогда под каждый корень несите по 2 столовых ложки минерального удобрения амафоса и 2 столовых ложки сульфата калия. Удобрение нужно равномерно распределить вокруг кустов и заделать в землю. Для лучшего эффекта можно вырыть неглубокую канавку вокруг куста на расстоянии 40-50 см от стволов и заложить туда удобрение, после чего обратно засыпать землей и, если земля сухая, хорошенько пролить водой. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.